Киокусинкай карате – воинское искусство боя, соединившее в себе все самое лучшее из различных видов восточных единоборств. Прыжковая техника, высокие удары ногами, сильные руками, техника дыхания и духовные традиции. Занимаюсь карате я уже 8,5 лет. Почему именно выбрал этот спорт, в отличие от других боевых искусств? Потому что в нашем спорте, кроме физической подготовки, есть и духовная подготовка. То есть перед тренировкой мы читаем додзекун, ну это как молитва. У нас есть уважение старших, определенная форма. Ну и как-то вот многие говорят, что травмоопасен. На самом деле нет, за всю свою карьеру я не получил ни одной травмы. Ленинская федерация киокусинкай существует с 2001 года. За 15 лет развития наши спортсмены выступают на первенствах не только всероссийских, но и международных, занимая лидирующие места. Есть и молодой состав, то есть ребята, которые еще первый раз только пробуют себя на этих соревнованиях. Есть и более опытные, которые выезжали и на первенство области, России, Европы и мира. Даже такие ребята. То есть уровень разный. В настоящий момент в Ленинском районе киокусинкай карате занимается более 300 человек. Руководитель федерации, мастер спорта международного класса Андрей Кузнецов. Сегодня мы проводим открытое первенство чемпионата города Видное. Порядка 120 участников. Это 12-17 лет и взрослые. 20 команд присутствует Москвы и Московской области. И также к нам приехали наши друзья из Екатеринбурга и Тверской области. Жесткую конкуренцию нашим спортсменам на соревнованиях ноября 2016 представляли команды из Железнодорожного, Подольска и Мытищ. Победители чемпионата города Видное по киокусинкай ноября 2016 были награждены кубками и дипломами. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.